Руслан, ты почему все время на экране встала? У тебя же выходные. Дмитрий Протасов, 25 лет, ветеринар, сын Ангелины, не женат. Да, да, на работу заехать. Ангелина Викторовна Протасова, 45 лет, медсестра, вдова. Ну, я сначала хотела с тобой поговорить. У нас бедовый парень работает, автогонщик, после аварии. Его наверх выписывает. Ты попрощался? Не совсем. То есть... Ну, в общем, он будет жить у нас. И, понимаешь, за ним охоту надо, а он... Поживете, что мяйте со соседями автогонками. Это его проблема, мне он будет помогать. Ну, Ди, я хочу его ноги поставить. А коммуналка на другом конце города, и не наездишься. И потом там большие вещи с условиями. Грязь, сын, а у нас... Он будет там. Ты знаешь, я от тебя что угодно мог ожидать. Но привезти чужого человека в дом, если ты хочешь нет моего дома, я против. Ну, девушка, он совсем не чужой. Я уверена, вы с ним подружитесь. Но папа не забудет, он не родит. Подожди. Ты что, одного сына мало? Мы с ним